Всем добрейшего вечерочка. У меня для вас хорошие новости. Кузя на улице. И на лавочке, как всегда. Да. Лежит. У нас очень жарко, ребят, стоит. Жара. Прям вот градусник застыл на 30. Сегодня еще побрызгал дождик. Легче вообще не стало. Прям жара. Это кого-то узрел, увидел. Что-то такое. Да, блюдет ведь. Да. Кузя деловой. Ой. Кузик деловой, мальчик. Да? Да, все нормально, мам. И лапочку мне даже показал. Все хорошо. Что-то у нас лежаки в другую сторону-то стоят. И загорать некому. Да, Кузь? А если развернуть в другую сторону, то Кузька на них будет лазить. Он это любит дело. На лежаке полежать. Да, Кузь? Да. Смотрите, какой у нас закат красивый. Видите? Гортензии прям набирают. Уже скоро будут розовые. Красота. Вот такая у нас красота. Яблоки в этом году опять будут. Да, много яблок. Ну, правда, не на всех яблонях. Да? И вот эта гортензия тоже красивая. Сейчас немножко жара спадет, и мы обязательно займемся вот этим кусочком. Благодаря вашим комментариям и помощи. Вот. Ну, вот это Кузя лежит. Да, Кузя? Ну, хорошо же, правда, на улице. Замечательно. Да, я бы, скажи, не сказал, что замечательно. Мне, мама, жарко. Очень жарко, дышит тяжело. Дом, конечно, так не дышит. Да. Ну что, лапу сюда ж? Да, я не видела. О, ты моя зая, молодец. О, ты моя умничка. Умничка моя зая, да. Очень тяжело Кузьку снимать, вот так как он большой. Да. И еще самой в кадр влезать, хотя бы рукой. Да? У нас такая вот дружба и любовь. Дружба и любовь такая. Да, Кузя? Лежи, лежи. Жарко, да. По-моему, уже кто-то... Да, угу. Скажи, ты мне зубы не заговаривай. Я уже, скажи, могу, в принципе, и домой пойти. Кузь, ну сейчас хорошо же ведь, Кузь. Ну, градусов 25-23. Это же хорошо. Нормально. Шубу посушить надо, а то моль съест. Вот так вот. Всем хорошего вечера. И мирного неба над головой. Это самое важное в наше время. Всех любим, целуем и обнимаем.